Ничего себе! 7 часов утра! Ты что, сегодня суббота, выходной? Я поспать вообще-то хотела. Зачем ты меня так рано разбудила? Алина, ты что, забыла? Мы же должны комментарии прочитать, кличку моему новому попугайчику дать, а ты ничего не смотришь, даже комментарии не смотрела. Неправда, я смотрела. Смотрела? Ну и какую кличку ребята придумали? Ну сейчас скажу, подожди, еще нужно свежий комментарий прочитать, может быть еще что-то новенькое придумали. Ну пойдем быстрее читать уже. Ну подожди, я хотя бы умоюсь. Глаза даже не даешь открыть, комментарии читать. И вообще, кошки вон даже бедные спят. Я им вообще, смотри, игрушки принесла. Просыпайтесь давайте, кошки, хватит спать. Ну, Алиса, как всегда, всех на уши поднимешь, пойду умоюсь. Косочки, давайте, я вам очень красивые игрушки принесла. Мы вчера вам купили. Вот, держите. Какие же вы скучные кошки. Вот когда вы были котятами, вы со мной всегда играли. Просыпайтесь давайте. И нечего тут злиться. Вот, держите. Вон какие вам игрушки красивые выбрала с мамой. Давайте играйте. О, вам нравится? Ну хорошо, только моего попугайчика не трогайте, ясно? Ну все, пойдем, малыш, ко мне лети. Сейчас мы тебе кличку будем давать. Наконец-таки у тебя появится имя, а не просто попугай. Алина, ну что, ты все? Алиса, во-первых, я на туалете сижу, выйди из ванной. Ой, ну ладно уж, подумаешь. На туалете. Вот я на коске сижу, все заходят, и ничего. Вот тебе доброе утро. Нельзя нормально свои дела сделать. Ой, а это еще что такое? Лепесток здесь лежит? Откуда он вообще здесь? Интересно. Ну ладно, буду умываться, зубы чистить. Так, ну вроде бы я все верно сделала. Да, все ингредиенты положила, сахар не забыла. Теперь нужно на 20 минут поставить духовку до полной готовности. Отлично, не зря я купила себе вот такой таймер. Интересно, а когда все будет готово, он будет хрюкать? Было бы прикольно. Ладно, посмотрим, вдруг правда. Так, завожу на 20 минут. Этого будет достаточно. Ой, сколько же уборки. Да, нужно купить технику и посудомоечную машину. Кстати, я еще не разобрала покупки. Когда мы ездили в мебельный магазин, наверное, сегодня начну это делать. Нужно тележку обратно в магазин отвезти. О, светильничек. Интересно, что это за светильник такой? Сейчас открою. Ой, какой хорошенький. Куда бы мне его повесить? Сейчас придумаем. Ой, я хочу уже новую кухню. Нужно срочно заняться покупкой новой кухни. Так, это у нас полочка. Какая большая. Столько всего поместится. Но она хороша для прихожей. Ладно, оставлю ее на попозже. О, какой красивый коврик. Постели его вот здесь. Красиво. Нужно цвет поменять. Какой выбрать цвет? Может быть оранжевый? Ярко. Или вот такой? Может быть, нет, зеленый не очень, голубой и синий. А мне понравился оранжевый. Такое сразу летнее настроение с этим ковриком. А вот еще пенальчик для посуды. Сколько же здесь всего поместится. Просто фантастически. Вау, он здесь так классно смотрится. И можно теперь карман для животных туда складывать. Вот, поменяла цвет просто идеально под обои, и даже плинтус подходит. Ну супер. Вазу поставлю вот сюда, потом будут цветы, мы обязательно сюда поставим красивые цветочки. Ладно, это Майклу оставлю, он приберет куда ему нужно. Вот и солнышко уже встало. Ладно, в новый кашпо что-нибудь посажу, какие у меня есть семена. Так, ананас, картошку, нет, клубничка. Я посажу 2 авокадо и сейчас полью, скоро будем собирать урожай. И фруктики так быстро в них растут. О, какие они вкусненькие. Просто супер. Алина, ты что, все? Да все, все, сейчас кремом помажу лицо и все. Какая ты нетерпеливая. Ну давай же, включай компьютер быстрее. Не компьютер, а компьютер. Скажи, компьютер, компьютер, компьютер. Давай включай. Ну что там, ну что там? Давай, говори уже, какие клички придумали. Так, ну вот, читаю. Кличек очень много придумали. Очень-очень много написали. Ну какой, какой? Какой больше всего написали кличку? Так, ну тут есть Кеша, Гриша, Джек Воробей даже есть. Опять Кеша, Гоша, опять Гриша. Очень много Кеша. Что, Кеша самый популярный? Ну да, Кеша самая популярная кличка, но еще очень много Гоша и Гриша. Либо Кеша, либо Гоша, либо Гриша. О, ну не знаю, а тебе какой больше нравится? Мне все нравятся.
Ой, ну, Кеша, это попугайчик в мультике такой есть. Помнишь «Свободу попугаем»? Нет, я не помню такой мультик. Ну ты даешь. Ну что, давай, какой выберем? Кеша, Гриша или Гоша? А, ну давай. А, малыш, давай ты выберешь. Гриша тебе нравится? Или Гоша? Я буду говорить, а ты реагируй. Какой тебе нравится? Ну что, какое? Гриша, Гоша или Кеша? Ой, ему понравилось, по-моему, Кеша. Ну все, значит, он будет Кешей. Поздравляю, малыш, теперь ты будешь Кешей. Кешенька мой любимый. Ну все, теперь от меня ничего не нужно. Нет, все, спасибо, пока. Ну вот, теперь даже уже и спать не хочется. Может быть, попробовать еще лечь, но уже сон перебило. Ох уж это Алисочка. Лукас, Лукас, ты проснулся? Привет, малыш. Сейчас вниз поедем. Сейчас коляску возьму только. Давай, садись. Вот, вместе теперь будете кататься. Вам понравится. Ой, какие вы тяжелые вдвоем. Давай, Кеша, помогай. Тяни коляску. Ну, давайте, поехали уже. Какие вы смешные. Ну все, поехали. Голодные. Да-да, бутылочки на столе. Это рецепт.
купили в мебельном магазине. Очень-очень классные печеньки. А еще можно смешивать печеньку и вот эти ингредиенты. Сами увидите, что получится. Красота просто. Ну ладно, я, наверное, первый. Возьму печенье вот это и смешаю с этой штукой. Вау, красота какая получилась. Единорог какой интересный получился. Попробую. Вкусно как. Вау, я тоже хочу. Я смешаю с бананом. Вау, какая красота, мам. Ты просто супер повар. А я хочу с пончиком. Я хочу с пончиком. Мам, сделай мне. Ну давай, дорогая, берем пончик и единорога смешиваем. Вот, смотри, какая красота получилась. А у меня красивее всего получилось. У меня пончик с единорогом. Еще, мама, еще хочу. Ну давай, с чем тебе смешать? Мне вот печеньку единорога. Так, единорога, вот эту печеньку? Да, мам, вот эту. Ну держи. О, еще единорог получился. Не хочу такую. Ну давай, Алина, будешь? Да, мам, давай мне. Ну а с чем тебе? Вот с клубничкой. Ну давай с клубничкой. Вот, смотри, какая красота. Да, мам, красиво. Буду такое кушать. Дорогая, ешь, а то тебе не останется. Ну да, я тоже хочу попробовать. Все-таки новый рецепт с черничкой. Красиво, а как пахнет. Почаще буду печь такое печенье. И правда, очень вкусно. На, держи молочко, пей. Вкусненько. Спасибо, дорогая, было все очень-очень вкусно. Да, мне тоже понравился этот рецептик. Лукас, что такое? Что ты плачешь? Похоже, с ним нужно погулять. Да-да, Лукас, сейчас пойдем. Да-да, надо с ним погулять сходить. Фу, мам, что за запах? А, да, что это за запах такой? Не знаю. Лукас, ты что тут наделал? Фу, мама, как воняет. Это Лукас тут свои делишки сделал. Ну вот, не дотерпел до улицы. Лукас, нельзя это делать дома, мог бы выйти на задний двор. Ну ладно, Лукас, это мы долго с тобой не гуляли. Ладно, сейчас уберу. За пакетиками только схожу. Ну все, малыш, больше так не делай, понял? Аленочка, сходи, пожалуйста, погуляй с Лукасом. Ну что, Лукас, хочешь погулять сходить? Ну пойдем. Ой, они, по-моему, понравились друг другу. Ну да, наверное, они подружились. Давай тоже дружить. Тебя как зовут? Меня Алина зовут. А меня Вика. Приятно познакомиться. Я всегда здесь гуляю со своей собачкой. Я тоже. Давай вместе гулять. Ну ладно, пойдем. Дора, ко мне. Дора, лежать. Хорошая девочка. Вау, как она у тебя хорошо команды выполняет. Скажи ей, дай лапу, и она тебе даст лапу. Дора, дай лапу. Ой, какая молодец. Пойдем мороженое купим. Ну пойдем. Здравствуйте, девочки. Какое вы мороженое хотите? Мне клубничное. Пожалуйста. А мне виноградное. Угощайтесь. Спасибо. Лукас, ты что делаешь? Ой, малыш, нельзя делать свои дела на колесо. Извините его, пожалуйста, у него раньше никогда такого не было. Не знаю, что с ним случилось. Ну ладно, следи в следующий раз за своим песиком. Не знаю, что с Лукасом случилось, обычно он такое не делает. А сегодня утром даже умудрился на кухню сходить, представляешь, когда мы кушали. Ничего себе, но он дает, да, за такое, конечно, можно и получить. Но нет, мы не обижаем Лукаса. Да нет, конечно, мы тоже никогда не обижаем Дору, всякое бывает, может быть, ему внимания не хватает. Ну да, у его хозяйки сейчас появился попугайчик, и она с ним носится, а про Лукаса немножко забыла. То-то же, значит, ему больше внимания нужно уделять. Бедняжка Лукас, ты расстроился. Ну ничего, я буду с тобой заниматься. Зато у Лукаса теперь появился новый друг. Да, я уже вижу, что они подружились. Да уж, ладно, нужно убрать. Молодец, Дора. Ладно, давай завтра утром встретимся здесь же, в парке. Хорошо, давай пораньше в 8. Ну ладно, все, договорились, пока-пока. Дорогая, у меня для тебя хорошая новость. Какая же, Майкл, что такое? О, у тебя новые тени такие яркие. Ну да, решила поярче накраситься. Ну так что за новости? Вот, позвонила только что няня, и она согласна посидеть с Алисочкой, представляешь? Да ты что, как же классно, я очень рада. Ну да, я тоже очень рад. Надеюсь, что она будет хорошая.
Ну да, дорогой, но я очень сомневаюсь, а вдруг она будет недостаточно добрая к Алисочке? Я очень переживаю по этому поводу. Зато сегодня мы сможем с тобой пойти в магазин мебели и купить все, что нам нужно. Ну да, но мы еще ни разу не оставляли Алисочку с кем-то чужим. Я не знаю, дорогой, я не смогу выбирать мебель, зная, что мой ребенок остался с чужим человеком дома. Дорогая, ну что же придумай, чтобы ты себя чувствовала комфортно. Я, кажется, кое-что придумал. Что, дорогой, сейчас кое-что принесу. Жди меня. Вот, дорогая, смотри, я расставила все эти камеры по всему дому. Теперь мы можем с тобой смотреть, что происходит в нашем доме. И не обижает ли Алисочку ее няня. Да, о, слушай, хорошая идея. Ну да, теперь я могу смотреть, что происходит у нас в доме. Я расставила камеры уже в детской. И на первом этаже осталось только здесь поставить. Ну хорошо, ну давай. Я поставлю в гардеробной, ну и в кабинете тоже. Любимый, ты у меня такой умный, все, знаешь, как сделать правильно. Ну ладно, пойду ставить сначала в кабинете, потому что там у нас очень много всего ценного лежит. Прикрою кристалликом, чтобы не видно было. Еще одну поставлю вот сюда и закрою радугой. Отлично. Алисочка, мы сейчас с мамой пойдем в мебельный магазин. Алина ушла в секцию, у нее музыки урок. Ну а ты будешь с няней. Сейчас придет няня, ты должна с ней познакомиться. Мы с мамой недолго будем в магазине, только выберем кухню новую и все, хорошо? Ты не будешь скучать без нас? Нет, пап, я не буду скучать, я пока с попугайчиком со своим буду играть. Ну няня хорошая, у нее хорошие отзывы, поэтому я думаю, что тебе понравится она. Здравствуйте. О, здравствуйте, а вот и няня пришла. Да-да, и где эта маленькая принцесса? Привет! Ой, здрасте! Это кто такая красивая? Я твоя няня, я буду сегодня с тобой нянчиться. А, ну да, я уже знаю. Ну что, будем с тобой сегодня играть? Да-да, Алисочка очень любит играть. Да, я умею находить язык с такими маленькими принцессами. А эти малыши тоже останутся? Нет-нет, конечно нет, вам будет очень сложно с тремя. Мы их бабушке с дедушкой завезем. А Алисочка сегодня с вами будет целый день. Мы еще хотим потом заехать еще в одно место, поэтому, ну, где-то часа на 4, может быть, 5. Да, кушать я и приготовила. Нужно просто будет разогреть и все. Не переживайте, у меня очень большой опыт работы с детьми. Не переживайте, все будет хорошо. Ну, может быть, мы и пораньше вернемся, да, дорогой? Ну, посмотрим, посмотрим, как пойдут дела. Не волнуйтесь, все будет восхитительно, даже не сомневайтесь, иди ко мне на ручки. Ой, папа! Доченька, иди, моя хорошенькая, все будет нормально, иди, моя дорогая. Ну, что ты мне расскажешь? У меня есть попугай, пойдемте, я ему покажу. Ну, пойдем, где он у тебя? На третьем этаже. О, у вас трехэтажный дом? Да, да, три этажа. О, ничего себе, ну ладно, все, идите. Все будет нормально, не переживайте. Ну ладно, до свидания, Алисочка. Пока, мы скоро вернемся. Пока, моя дорогая. Пока, мам. Пока, Алисочка. Не скучай тут без нас. Пока, Алис. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.